улица Черкинка, вдоль дороги такие дома стоят. Ага, он там еще строится. Вот целый микрорайон, как бы одноэтажный, а потом бац и многоэтажный, целый микрорайон. Станцию Щербинга проехали. Такие дома там настроены. Поехали в Подольск. Из кубиков домик сложенный. И тут вот высотные дома стоят. На выходе с юга, из Подольска. Итак, мы прибыли на станцию Весенняя. Сами понимаете, станция Весенняя, поэтому это осень. Ну, осень вот там кругом у нас желтое все. А станция Весенняя, потому снега у нас тут нет. И поезд пошел дальше на Серпухов. А мы пошли пешком на выход. Маши рукой, маши. Так, сегодня я расскажу рукой, вам одну историю. В начале осени 2011 года я посетил друга на даче в Калужской области. А 29 ноября 2011 года главы двух регионов подписали соглашение об изменении границ между Москвой и областью, а 7 декабря его одобрили депутаты законодательных органов столицы и Подмосковья. 27 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ утвердил изменение границ Москвы и Московской области. Все жители Московской области, проживающие на присоединенной территории, автоматически стали москвичами. И теперь дача находится в Троицком административном округе города Москва. Тут появилась шутка «Живу в Подмосковье, а дача у меня в Москве». После этой поездки к нему в Подмосковье, станция Весенняя, боюсь, что в следующем году и это станет Москвой. И куда мне путь проложить в 2024 году? Березки желтые, листвой покрытые. Красотища, я вам скажу, красотища. Уже праздник вовсю, 4 числа, а флаги только вешают. Станция Весенняя, универсальный спортивный центр «Юность». Стадиончик я вам уже показывал. Вот там он, за этим зданием. Вечер 4 ноября, день единения, Курский вокзал. Вот такое граффити на стенах. Продолжим показ площади, которая перед Курским вокзалом. Нет, просто сейчас, вот, даже на него, просто. Снимет деньги, не снимет. А по ее радости. Это площадь Курского вокзала. Так она выглядит в ночное время.